Пойдем на озеро. С кем? Одним. Нельзя. Почему? Я сказал нельзя, значит нельзя. Не мешайте работать. А ты отпусти на озеро, не будем мешать. Нельзя. Нельзя, ну, не мешайте работать. Thank you.
завтра тоже я могу погулять с детьми. О, Анна, вы добрая. Мне совершенно нечего делать. А разве у вас нет репетиций? Князь занят своей женой, совсем забыл о копыле. Я вот обещал написать концерт. Остается совсем мало времени. Нужно переписать партитуру. Если позволите, мне ведь совершенно нечего делать. Если позволите, я помогу вам переписать. О-о-о, позволю. Вот именно об этом я и хотел вас спросить. Молодец, только поставь свои инициалы, чтобы отец знал, чья работа. А я тоже переписал. А ты лучше нарисуй домик и кошку. А тут будет мышка. Кошка увидит мышку и побежит за ней. И съест? Нет, мышка спрячется в норку. Молодец, Катарина, ты очень аккуратно переписала. А я? И ты тоже? Концерта не будет. Папа, папа, кошка не съела мышку. Молодая принцесса терпеть не может музыки. Она вообще лишена всякого слуха. Будет бал. Идите в сад, дети. Этого нужно было ожидать. Старый парик поверил мальчишке, понадеялся на устойчивость его вкуса. Все. Нужно уезжать. Нужно искать новое место. Кстати, Анна, князь капеллу решил распустить. Вам тоже нужно подумать о новом месте. Я пойду, господин Бах. Простите, я забыл вас поблагодарить за переписку. Я расстроен. Господин Бах, возьмите меня с собой. Куда? Туда, куда вы поедете, на новое место. Вы добрая, хорошая Анна. Вы понимаете, на что вы идете? Я привыкла к детям, а вас? Я люблю. Но я ведь старый. Мне хочется заботиться о вас. Я знаю, вам тяжело. Мой отец растил нас без матери, я помню, как он страдал. Мне хочется сделать вашу жизнь немного счастливее. Вы будете работать, не зная других забот. Вы готовы стать моей женой? Я знаю, как вы любите Марию и как вам тяжело без нее. Я не надеюсь ее заменить, но я тоже люблю вас. И если моя любовь поможет вам... Спасибо. Спасибо, Анна. Thank you.
Я думал, это искусство умерло. Теперь я вижу, оно живет. Старый Райкин может спокойно уходить на покой. Господа, мы стоим с вами перед чрезвычайно важным выбором. На должность органиста Гамбургской церкви святого Якова есть два претендента. Господин Бах и господин Хайтман. Но, господа, от вас зависит благосостояние церкви. Вам известно, что церковная касса пуста. А господин Хайтман в случае своего избрания обещает внести в церковную кассу 4000 талеров. Я предлагаю избрать господина Хайтмана. Я глубоко убежден, что если бы один из вифлеемских ангелов прилетел на землю, и божественно играя, пожелал бы занять место органиста в церкви святого Якова, но не имел бы денег, ему пришлось бы лететь назад на небо. Я против Хейтмана. Я предлагаю утвердить кандидатуру Баха. Кто за то, чтобы утвердить кандидатуру Хейтмана? Ничего, Анна, в Германии много церквей. Скоро будет объявлен конкурс на должность кантора в Лейпциге. Не вышло в Гамбурге, попробуем в Лейпциге. Кантора при школе святого Фомы единогласно выбран господин Бах. Бывший капельмейстер при великокняжеском Ангальт-Кетенском дворе. По элику совет города Лейпцига принял господина Баха на эту почетную должность, но желает иметь от него обязательства в ниже следующем. Первое. Служить по своей скромной жизни и поведению хорошим примером мальчикам, прилежно посещать занятия и честно мальчиков обучать. Второе. Повиноваться господам инспекторам и председателю школы во всем, что они от имени высокочтимого совета будут предпринимать. Третье. Не выезжать из города без разрешения господина бургомистра. Четвертое. На всех похоронах, как сие полагается, присутствовать и по возможности идти вместе с мальчиками. Пятое. Не печалься, Себастьян.
Ты же сам говорил, что на новом месте нам будет лучше. Конечно, Анна, конечно. В Лейпциге нам будет лучше. Я буду учить детей пению, латинскому языку, и ездить никуда не придется, не имею права. Я буду исправно повиноваться господам инспекторам, я буду исправно присутствовать на всех похоронах. О чем ты, Себастьян? Все будет хорошо, вот увидишь. Помнишь, ты рассказывал, как любил путешествовать с места на место? Не понравится в Лейпциге, переедем еще куда-нибудь, пока не найдем такого места, где тебе, наконец, совсем будет хорошо. Такого места мы, Анна, не найдем. Я это понял, когда подписывал это позорное обязательство. Мне казалось, что я подписываю себе смертный приговор. И самое страшное, что я с этим смирился. Когда-то я переезжал с места на место из протеста. Я не хотел унижаться, ненавидел лесть, угодничество. Я утверждал себя, гордость, достоинство музыканта. И каждый раз жизнь меня какими-то невидимыми путами связывала, делала беспомощным. А теперь я думаю, что, может быть, с самого начала нужно было подчиниться, быть угодником, во всем соглашаться. Уверен, что моя жизнь была бы куда более удачливой. Но почему я не могу помочь себе, Себастьян? Почему? Что ты, Анна, мне с тобой так хорошо, мне так легко. Я зря затеял этот разговор. Нет, нет, ты всегда говори со мной. Говори, может быть, так тебе будет легче. Ну, конечно. Конечно, легче. Ведь я же об этом никому никогда не говорил. Я все переживал в себе. А теперь, вот видишь, я всю тяжесть взваливаю на тебя. Прошу тебя, Себастьян, не говори так. Только так я буду чувствовать, что нужна тебе. Великолепные, высокознатные, высокоблагородные, высокоученые, также высокомудрые, высоконачитанные господа и патроны. Ваше великолепие соизволит вспомнить, какого рода были те указания, кои были мне вами даны после вызова и вручения мне контората при здешней школе святого Фомы. Мне было предложено привести музыку в главных церквях города в меру своих сил в хорошее состояние. Должен сказать, что для хорошего обслуживания церковной музыки требуются хорошие музыканты, инструменталисты, вокалисты. Между тем, никаких средств на жалование музыкантам мы не имеем. Это не дает мне возможности привести музыку в лучшее состояние. Должен добавить, что из всех учеников школы только 17 годных, остальные негодны и использованы быть не могут. По имеющимся у нас сведениям, кантор школы святого Фомы господин Бах без ведома господина бургомистра послал хор учеников в провинцию. Ученики должны добывать себе средства на пропитание. Господин кантор и сам уехал, не взявши отпуска. Кантор не проводит уроков пения. С бездарными учениками, да, считаю бесполезным. Имеются и другие жалобы. Какие есть мнения у господ советников? Все, что было упомянуто против кантора,
правда. Кантор не только ничего не делает, но он не хочет даже давать объяснений. А по-моему, кантор несправедлив. Протокол заседания 2 августа 1730 года. В связи с тем, что кантор господин Бах малое желание в работе высказывает, совет постановляет лишить господина Баха его доли в церковных доходах сроком на 1 год. Анна, это даже хорошо, что меня лишили церковных доходов. Счастливый год для жителей Лейпцига. Я теперь не буду радоваться каждой смерти, так как мне не будут платить за похороны. Я буду самый бескорыстный кантор на свете. Ты шутишь, Себастьян, а я не знаю, как сводить концы с концами. Дети выросли, нужно много денег на их учение. Светлейшему князю и государю господину Фридриху Августу. В глубоком почтении приношу я вашему королевскому высочеству настоящую скромную работу и прошу вас воззреть на оную милостивыми глазами и взять меня под свою высокую протекцию. Анна, ты знаешь, наши дела скоро поправятся. Мне обещали очень выгодный заказ. Написать несколько вариаций от бессонницы. От чего? От бессонницы. Один старый граф страдает бессонницей, и вот нужна успокаивающая музыка. Ну, я решил воспользоваться темой песенки «Репа и капуста погубили меня». Ты опять шутишь? Нет, я всерьез. Всемилостивейший король, письмо от Баха. Всемилостивейший король, настоящим преподношу вашему величеству в глубочайшей покорности музыкальное приношение. Оно имеет своей непорицаемой целью возвеличить хоть в небольшой части славу монарха, величием и мощью коего в военных и гражданских науках, а особливо в музыке, все по заслугам восхищаются. Я осмеливаюсь присоединить ниже следующую всеподданнейшую просьбу. Согласитесь, ваше величество, милостиво принять мою скромную работу и не лишать в дальнейшем вашей милостью. Иоганн Себастьян Бах. Бах-бах. Thank you.
Себастьян, ты рассказывал мне о своем старом друге Вальтере. Он написал о тебе статью в своем словаре. Да. Мы с ним не виделись лет 20. Почему ты о нем вспомнила? Ведь он сейчас занимает важный пост при французском посольстве. Напиши ему, может быть, он поможет тебе найти хорошее место. Молодец, Анна. Почему я сам не догадался? Дай сюда чернила, мы сейчас напишем ему письмо. Дорогой Вальтер. Нет, дорогой не годится, он сейчас занимает важный пост. Ваше высокородие, простите меня, вашего старого верного слугу, что я позволил себе вас беспокоить. Сейчас мы живем в Лейпциге. Да, живем в Лейпциге. Но так как я лишен служебных доходов и... Очень дорогая местность, странное и малопреданное музыке начальство, все это принуждает меня жить в постоянных огорчениях среди зависти и преследований. Анна, ой, я что-то плохо вижу. Пиши ты, я буду диктовать. То посему я принужден искать своей фортуны в другом месте. Искать свои фортуны? В другом месте. Если бы вы узнали что-нибудь о подходящей должности для вашего старого верного слуги, то я покорнейше просил бы дать мне благосклонную рекомендацию. С моей стороны могу обещать постараться не обмануть этой рекомендацией. Почему никто не поможет ему? Почему? Даже его старый друг Вальтер не ответил ему. Неужели его считают старым, выжившим из ума чудаком? Господи! Жалься, Господи! Жалься! Молись, дочь моя, Господь услышит твои молитвы.
дальше, дальше отличного. В душе художника не может быть предпочтений ни горю, ни радости, ибо есть великое, вечное мир высокой гармонии, который надо постичь.